Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, Даник, Форум, Чертила, Секрет, пацаны, поздравайте. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня очень классная рубрика, будем убегать от аниматроников с игры на Security Breach Ruin. Если тебе кушки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Кого он убивает, тоже берет аниматроника, поэтому в конце ролика будет 6 аниматроников и один выживший. Обязательно досмотрите до конца, потому что в конце мы еще будем все, как всегда, взрывать. А я буду его сейчас обманывать сильно. Видите, он бежит. А он бежит, вот он. А, все, убежал, отлично. Мне кажется, он немножко затупил тем, что он взял медленного аниматроника, и будет ему очень-очень сложно. Ну так, да, есть такое. Дим, иди в это на детский сад. Я иду. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то очень веселое и классное, которое людям очень-очень нравится. Здесь очень классная тема, мы удалили двери, и теперь часть карты не прогружается, пока я туда не зайду. Я не знаю, далеко он или нет. Пацаны, инфу, где он? А мы не знаем. На где-то. Он убил нашего. Даник, я знала, что ты сольешься. Иди сюда. Нет. Поэтому, ребята, я и боялся идти туда. Вы поняли, почему я засал туда идти? Потому что я чувствовал, что он там, прям запах аниматроника. О, напишите в комментариях, чем пахнут аниматроники. Мне даже интересно почитать будет комментарии. А вы, пацаны, как думаете, чем аниматроники пахнут? Какашками. Железом. А чё стало только говном? Ну, вот так вот. Так, он выбирает с аниматроника. Пацаны, где он, далеко? Он возле детского сада. Да он что-то боится нас, уходит. А, я понял, он нас ждет, чтобы вы вышли. Он пытается обмануть нас, типа уходит, а потом обратно идет. Ну ничего, не видите, IQ аниматроника очень низкое. Куда уже бежит? Три аниматроника? Два. А, два. Он поменял себе, другого взял? Да. Видимо, да. Я понял. А кого он взял? Димас, иди к нам в... Нет, они за мной здесь бегают. Нет, я не пойду. Там спринтрап. Я буду выживать здесь. Все, ребята, они побежали к вам. Внимательно, смотрите. Они идут. А ну-ка, давай. Я хочу посмотреть, как кто-то из них доберется к нам. Я хочу посмотреть, как вы умрете все. Погибните. Изи. Смотри, он не видит вообще. Он нас увидел, но он не увидел. Ну, пацаны, ну подскажите, где они? У нас один сейчас в... Мы все в детском саду. А они все там или один только там? Один в детском саду, а мы челики все в детском саду. Классно, ты офигенно объясняешь. Спасибо тебе. Класс. Блин, я боюсь туда идти. Но мне придется идти туда. Нет, не буду я идти, боюсь. Надо было мне сразу с пацанами туда бежать. Давай, Дим, мы в тебя верим, ты сможешь делать. Да не, вы должны подсказать, где он находится возле этого черного входа. Нет, нету там никого. А ну, ты форум там следишь? Вы меня обманули, пацаны, он там стоял, но он меня не убил. Вы меня обманули. Да? Спасибо, пойдем, что сюда. Вы очень умные, пацаны. Иди вижу. Бегу. Извини. Извини? А я чуть... А, я извиник. Он бежит, секрет. Секрет, ты умер? Ну, секрет, да. Пипец, ты лох. Да нет, он просто, видите, как получилось. Он не может попасть туда, пацаны, он не может зайти на эту штучку. А не, может, все, идет. Он сейчас свалится с нее, смотрите. Так, отлично. А все, побежал. Вас... Он упал. Ребята, ну это вы не чувствуете. Угарная серия, когда будут пацаны все сливаться. Так, идет. Дубль 2, пацаны, он сейчас сможет. Это что, пока только два аниматроника, больше никто еще не умер? А, три уже? Вообще жир. Блин, Гусёня, классно, что ты построил эту штуку. Будем здесь выживать. Да, только не стой там, потому что у тебя там тупик. Хотя там уже. А я могу сюда перепрыгнуть. Да. А если сюда перепрыгну, мне не достанет. А, он тоже может сюда, в принципе, прыгнуть с разгона. Или нет? Нет, ты шо? Он не допрыгнет вообще никак. А Гусёня, ты очень хороший строитель, такая ровная дорожка получилась. Да. Будто пьяница какой-то строил. Так, ну что, он пытается еще раз. Давайте проверим, упадет он или нет. Хорошо играете, пацаны. Мне кажется, если бы я был аниматроником, вы бы уже человек бы 5 умерло. Мечертило умер. Так, за кем он пойдет? Отлично. Давайте проверим, достанет. Если нет, то я не буду туда-сюда прыгать больше. Так. Нет. Класс. Все, сейчас я буду туда опять идти, наверх. Опа, ребята, смотрите, как я это профессионально сделал. Все, идем по бортику. Идет. Быстрее, беги. Форум, давай, беги, форум. Я бегу. Блин, они еще взяли таких медленных аниматроников. Чувствую, это будет долго и медленно будут нас убивать. Опять упал.
У нас четверо и их четверо. 4 на 4, но у нас же 7 игроков, получается 3 на 4. А, получается, что да. Да, ребята, если вы хотите с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, пообщаться и при желании даже попасть в наш классный ролик. Так, все, побежал он там. Буду я бегать все-таки здесь поверху. А давайте спрыгну. А у меня 56 хп, я думаю, что я умру. Ты выживешь. Я выживу, но я не буду рисковать каждый раз по 10 хп тратить. Я спускаюсь вниз. Как форум, да. Он сделал бортик, ребята, теперь аниматроник сюда тоже может прийти. Гусенек, красава. Да. Молодец. Бежит. Блин, он взял того аниматроника, которого я хотел сразу брать. Быстрого. Беги, беги. Вот этот аниматроник очень быстрый. Беги, беги, беги. А, блин. Так, отлично. Сейчас упадет. Должен упасть. Нет, не упал. Отличненько. Будем по кругу бегать. Давай по кругу побегаем. У него такая походка смешная. Ай, классно. Он сейчас свалится. Так, опять прыгаем. Но я буду долго так бегать, не переживай. Гусенек, он сзади? Нет. Нету, отлично. Давай так. Сюда идем. Блин, ну по бортику будет очень сложно им бегать. Но, ты знаете, если прям... Если бы я был аниматроником, я бы уже вас слил. Так, Дима, сзади. Спасибо, что подсказал. Я убил форума. Отлично, ребята, я вырвался. Бежим. Они теперь будут все за мной бежать, да? А нет, да. Ой-ой-ой-ой, сейчас уже сложно пошло. Вот сейчас уже все, шутки прочь. Надо прям очень хорошо играть, будем скрываться. Все, побежали по всей пиццерии гонять. Так, меня ослепили. Выключаем фонарик, чтобы он меня не видел. А ну-ка, Дим, где там, мне интересно. Я вниз побежал, там где спаун. Только ты сейчас спалил свое местоположение. А я сказал ложную информацию, я не там. Я обманул. Я слышу, как он бегает, я прям чувствую этот запах. Как вы там говорили, аниматроники чем пахнут? Металлом. Пашками. А. Металлическим говном. Все, я очень хорошие точки на карте, поэтому здесь будет тяжело ему бить меня. Блин, ну это, знаете, это даже выживание, это не догонялки, это прям жесткое выживание, где надо прям хорошо стараться выжить. Гусенек, давай, иди ко мне. Слышишь? Да, я здесь уже. Смотри, а что они металлические? Вроде как ткань. Ну ладно. А что за звук? Я не знаю. Ты сложишь тоже его? Да. Ну может карта, может это, кто-то там забагал что-то. А вот все. Да, кстати, это очень странно было. Он к нам идет. Гусеняк, побежали. Побежали. А он рахит, он. А все равно он может на расстоянии убивать, ты же тоже это учитывай. Ой. Пи! Что? Где? Да я чуть не слился. Ой. Блин, он чекает проход, А как нам теперь выжить, Гусенёк? Как пройти? Он пройти не может. Подожди, получается, что? Один бежит оттуда, один отсюда. Мы вдвоем остались, Дим. А, реально? Да, офигеть. Блин, я чувствую, как он бегает здесь. О нет. Мы вдвоем выжившие остались? Да. Офигеть. Не, Гусенёк, мы выживем. Давай сейчас думать, как нам это сделать. О, давай будем оружие использовать, давай. Убили кого-то? А, свою вы убили. Друг друга. Ребята, вы молодцы. Так, я достаю оружие. Так, давай. Так, оружие. О, монетка. А ну отойди, Гусенек. Отойди от меня, сзади встань. Давай. Есть. Я сейчас буду всех убивать, ребята. А мы сейчас всех убьем и будем убегать отсюда. Отлично. Справа, еще справа, одного. Справа. О, горит хата. Монетка просрала. Так, я вижу, как можем теперь пробежать. Я побежал. Раз, два, три. Бежим, Дим. Скорее. Да я бегу. Отлично, ребята, отлично. Мы вырвались. Все, я побежал со всей силы. Вы видели? Он меня не убил! Ой-ой-ой, как это опасно! Это очень опасно, очень. Ай, промахнулся! А что у меня на голове приклеилось? А, тут как-то очень странно работает. Все, Гусенек, я оторвался. А я нет, я пока что здесь в заперти. А я заныкался.
А там пахнет коричневым шоколадом. Да, это ты наделал на полу здесь. Да, это он. Я могу подсказать, где я. Там, где туалет, его там ищите в том радиусе. Ай, блин. Ребята, это очень опасно. Гусанёк, ну гусанёк. Да. Ну гусанёчек, я знаю, что, последний остался? Да, Дим. Ребята, вот это жир, когда я один остаюсь. Мне это нравится. Ну всё, Дим, я пойду тебя убивать. Ты меня не сможешь убить. Ну посмотрим. Ты меня не убьешь никогда. Ты знаешь, где Дима? Нет, не знаю. Но он где-то здесь, в детском саду. Да. Вы угадали, кстати, я в детском саду. Так, давайте режим, ночной режим подрубим. Ой-ой-ой. Буду тут шкериться, ребята. Я все-таки хочу выжить. Очень сильно. А ну мне интересно. Я, кажется, знаю, где он, но... Ну давайте, думайте, где я. Если вот так встану, будет мне видно? Опа, я вижу, бегут. Так, я вот так вот встану. Вот так они меня не увидят. Я вижу его. Где я? Где он? А, я понял, где он. Он там, в торговом, в торговых штуках. А что вы мне сделаете? А дайте мне фору, я выбегу. Да. А как вы меня убили? А он взял учительского аниматроника, который бьет на расстоянии. А, вот так значит. А он даже взял не аниматроника, а пилпак. Он пилпак взял. А так давайте мне еще один шанс, это ж нечестно было. И мне тогда, он меня тоже убил. А че так нечестно он играет? А он меня тоже убил так. Кто там вообще ходит? А что там за челик завис? Дайте мне тогда фору, я дайте улечу. Блин, ну это было нечестно. Ну вот человек такой. Ну вот так вот, видите? Ну все, давайте, я готов. 3-2-1. Последний шанс меня. Потому что все-таки убили, пацаны, меня не по-честному. Я хочу играть всегда по-честному. Ты в детском саду? Да, я здесь буду. Точно? Да, вот я. А, вон он, да, он сверху. Ну я не буду вас обманывать в этот раз. Вроде точно бы. Он на балке? А, да, он да. Да, я по балке здесь бегаю. А ну-ка. Давай, я тебя жду. Собственноручная, моя балка. Давай, строитель от бога. Почему Майнкрафтер? Я медленных аниматроников беру. Да? Ну судьба такова, я упал. Ребята, я залез на такую балку, где они будут падать постоянно. Ай, класс. Так они меня никак не убьют. У меня хвост, слезай. Не-не-не, если я сейчас прыгну, вот видите, внизу же один меня чекает. То есть мне стоит упасть, и я буду сразу съеден. Это как раз таки я тебе говорю. Так, сейчас он упадет. Смотрите, давайте возьмем такую штуку, чтобы видеть вблизи, как они идут. Так, аккуратно. Ого, я могу зазумить. Дима, чуть правее отойди. Зачем? У меня хвост жирный. Нет. Кружаем его. Кружаем. Все, я спрыгиваю. Я сейчас вот тут буду на эти спрыгивать вверх. Блин, это эпические кадры, я люблю такое, когда вы сливаетесь. А что, прям сложно, да, третьего лица бегать за аниматроника? Он просто соскальзывает. А, ну да, сейчас он еще раз упадет. Не, смотрите, я сейчас к тебе прибегу и убью. Ну давай. Этот аниматроник... Сейчас он упадет, смотрите, сейчас упадет. Блин, не допрыгнул! А я застрял. Ай-яй-яй-яй-яй, я бегу. Ай, блин! Это было мощно. Кстати, я его не увидел. Я прям в пасть запрыгнул. Какой тебе учись играть? Я самый последний умер. Нет. Блин, это было классно. А кого еще убил аниматроник? Нечестно. Меня, форума. Все, форум, давай, теперь мы будем все аниматрониками, и ты должен выжить. О, хорошо. Если сейчас ты дольше меня продержишься, то ты будешь победителем в этой серии. А если меньше меня продержишься, то я буду победителем. Хорошо. Стой, давай. Я вселюсь в этот чевелепиздрика, потому что он очень быстрый, мне он нравится. Скажешь, когда будешь готов, форум. Угу. Так. Ну, я, в принципе, готов. Да давайте. 3-2-1. Ищем форум. А какой у него скин? Миньона. Миньон, ищем миньона. А я знаю, где он будет. Мы все бежим туда. Мы уже догадываемся. Так, давайте все сюда. Как вы думаете, он дольше меня продержится или нет? Не знаю. Мне кажется, нет. Ну и где он? Спрятался где? А, так ты ныкаться будешь? Да, я секун. Я знаю, пацаны, где он. Я иду его мочить. Он там, где шарики, скорее всего. Он, ну да, он возле двери, он возле выключателя света. Все, я понял, я бегу туда.
Я уже тут. В закрытом помещении, он не сможет выбраться так просто. Он убегает на выходе. На выходе? Да. Все, бежим, бежим со всей силы. Так, давай сюда. А он не там, где я ныкался? Не там, где охрана кто сидит? Блин, я его не вижу. Потому что я убежал. Я видел хорошо, его. Хорошо. Он уже не там, где игровая комната, в другом месте? Нет. Он в другое место. Все, побежали туда. Бежим со всей силы. Застрял. Так прикольно. Я вижу, где он. Он на лестницах. Все, погнали. Ребята, отчитываем 10 секунд. Мне кажется, в течение 10 секунд он сольется. Прям засекаем он... время. Нет. Вот он бежит. Смотрите, я его прям съем сейчас. И где он? Он же только что здесь был. Но он... Да блин, я же нажимал удар. Че его не убил? А, я теперь понял, вот. Почему меня пацаны тоже сразу не убивали. Для баланса вселенной. Ага, он меня убил. Все. Ты продержался меньше, чем я, да, пацаны? Я дольше играл? Да. Ну все, я победитель. Окей. Хоть из 1000 серий я был победителем. Мне это нравится. Классяк. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока.